Итак, всем привет, с вами Миха Драк Драгон. Сегодня мы будем играть в игру под названием Dark Knight. Темная ночь или темнота какая-то. Прям вот вообще что-то страшное будет. Так, ну что ж, давайте начнем. Чего тянуть? Я даже не знаю, что тут будет происходить. Press space to skip. Я не хочу. Кто-то любит свою жизнь, кто-то любит своих друзей. Что делать надо? Так. Я не понимаю, очень темно, ничего не видно там, что происходит. Что-то надо делать, не? Давайте Space нажмем. He comes час 20, что? Скоро сюда кто-то придет? Господи, да. А почему так темно-то? Где я вообще нахожусь? Что происходит? Почему такая большая чувствительность мыши, как всегда в этих инди-хоррорах? И как он быстро ходит? То есть, значит, иногда в инди-хоррорах главный персонаж очень медленно ходит, а в эту он прям очень быстро ходит. Он прям бегает. И ничего не видно. Вот можно так вот по стенке. Я нашел ключ. Представляете, я в этой темноте нашел ключ. Круто. Ничего, ни хрена не видно. Охренительно просто. От чего я ключ нашел? Куда идти? Ой, как... Ой! Ой-ой-ой. Представляете, я в этой темноте даже вижу свое отражение в экране. Чё, еще разочек, да? Можно еще разочек? Что это было? Там, подождите, там было написано, что он придет в час 20. Значит, нужно до час 20 успеть найти ключ и куда-то смыться. А куда смыться? Ой, блин. Если это вся игра, то это... Извините меня, это просто шедеврально просто. Надо найти ключ и за буквально 20 секунд просто смыться. И это вся игра, да, я так понял. Ой, ну что, еще раз? Может быть, все послушаем? Давайте все послушаем. Что-то там вообще непонятно было. Я Space нажал, а что-то так долго все было. Серьезно? Сразу начинаем играть? По-моему, сейчас посветлее все. Точно, сейчас все посветлее стало. А там вообще темень была. Left space. Walk. О, двери открываются. Круто. Бежим, бежим. Куда бежать? А, блядь! Да откуда он берется-то вообще? Как пройти эту игру вообще? Не понимаю. То он берется в час 20. То он берется прямо сейчас. А, это не мое лицо, это кружка была, оказывается. Ладно. Там просто стояла кружка, я подумал, что там мой нос отражается. Ладно. Окей, попробуем... Ну, я не знаю, в последний раз получится такое коротенькое видео по этому хоррору. Ну, что поделаешь, но... Я не понимаю, как отсюда выбраться? Ладно. Так, собрались. Мы все сможем. Сразу берем ключ. Бери ключ. Взял ключ, да? Отлично. Блять, вот он. Ты что ли? Ой, сука. Ёптыть. Висельник какой-то. Да тут все. Вот тут все время лагает. Ай, ай-яй-яй.
Бляха-муха. Маленький. Какой ты маленький депутат. Что с тобой нахер? Я не понимаю, что делать. Куда идти? Так, стойте, я сейчас убавлю звук. Подождите, мне прям страшно, что-то. Я не могу. Мне действительно страшно. Что он меня сейчас найдет? Падла. Я не успею выбраться. Бля, да сука, ты ж гребаная! Пидорурх! Ой. Вот такая вот игра. Если это можно назвать игрой. Потому что непонятно, что... Нашел какой-то ключ. Значит, пошел. Спрыгнул вниз, и на тебя сразу нападает... И все, ты ничего не можешь сделать. Итак. Ну что же, вот такое получается коротенькое видео. Ну, в некоторых местах действительно страшно было, очень страшно. Так что, с вами был Михадрак Драгон. Увидимся еще в какой-нибудь игре. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем до новых встреч.